24 апреля. Утро. Плавно переходящее в день. Мы наконец-то собираемся на работу. Обращаю ваше внимание на Динара Минзаировича. Да, это он, собственной персоной. Видите как? Видите как? Вот он. Завидуете? Да. Он идет на работу. А ведь не он только идет, Сашка вон тоже довольный. Вот кто бы мог сказать слова «на работу» и вызывали бы такое удовольствие, да? А вчера мы повесили наши плакаты. Видите? Мы находимся здесь. Да, мы покрыли наши чудные столы вчера полиэтиленом, навели марафет. Сварили ушку. Жалкие остатки, которые вы видите на экране. Это Сашка их добил. Да, мы натаскали воды. Нарубили дров. А мужчины все это смиренно наблюдали. Мы у подножия высокой сопки. Я стою на болоте. Санька слева в склоне нашел некую точку, в которой много патронов, проводов. А также нашел гильзу сплющенную, как коптилка, и пробитую пулей. Мы с Динаром справа, откуда он только что пришел, добыли цинкарь, патроны и проводы. Я сошел на болото и, посвистев, походив немножко миником, нашел вот это немецкое добро. Лежало прям чуть не под ногами, пришлось поэтому его переместить сюда к дереву. На вид, чтобы не ровен час кто-нибудь не наступил. Постоянно сигнал металлоискателя ТМ-808 – нормальное явление. Он так, в принципе, фоном и должен звонить. А на металл он дает четкий выраженный сигнал. Сейчас покажу. Вот смотрите, вот на мину. Цепляюсь за дерево. Сейчас с другой стороны зайду. Вот на мину. Видите? Фон прекращается. Вот фон теперь начал снова. Хоп! И прекратился. Это означает, что в поле зрения металлоискателя металл. Понятно, что в этом процессе нужно соблюдать предельную осторожность. Никакой бравады, никакого залихватского, так сказать, ухарства. Все предельно конкретно, не торопясь, без суеты. Суровость наших бойцов отвечает серьезности ситуации. Они потребляют правильный чай. Закуска из остатков домашней пиццы. Но времени зря они не теряли. Смотрите, что накопали. Штык, бутылочку, гильзач и коптилку. А потом надыбали вот это. Слева понятно, что кружка. А справа это предмет для главного трофейщика Пирожкова. Пошлем ему фото на опознание. В этом раскопе уже нашли останки бойца. Скромно, ребро, кусок руки. Но уже нашли. Масса вещей. Как обычно это называют и поисковики, и трофейщики,
Хабара. Покажу сейчас. Помимо предыдущего кадра еще, вот видите, сколько здесь всего. Самого разного. Вот это слева. Это ящик, граната, провода, батарейки, кусок цинка, патроны. И нашли ребро и кусок руки. Это локтевой сустав, что ли, был? Да, это предплечевая одна из костей. Такие маленькие косточки. Уж какие есть. А я на болоте на миник нашел нашу РГ-42. И обратите внимание, эта проволока была обвязана вокруг нее. Смотрите, вот полукруг. Была еще одна граната. И вот полукруг. Еще одна граната была. Это была связка гранат. На том месте двух других гранат не обнаружено. Ну, видимо, вынули. А эту оставили с намотанной на ней проволокой. Она и сохранилась до наших времен. Работа металлоискателя ТМ-808 характерна тем, в ее, кстати, рабочем фоновом режиме, что он почти всегда вот так фонит. Но когда попадается металл, оп, проходя его, видите, он затихает. Тем самым показывает границы металла. Оп, и затих. Проходим крест-накрест, то же самое. Оп, затих. То есть мы оконтурили. Вот в этом примерно месте, я сейчас сюда ткну щупом, примерно в этом месте лежит какой-то металл, довольно крупный или обширный. Теперь берем щуп и уколами щупа пытаемся нащупать металл. Вот он. Слышите по звуку? Вот металл. Вот уже мимо него. А вот снова я попадаю в него. Либо это снаряд, либо что-то еще тоже довольно крупное. Чувствуете массивный звук? Вот он. Звук массивный. Все. Теперь достаточно. Теперь дело за более тонким инструментом. Таким тонким инструментом у нас является уже много лет обычная строительная скоба. Скобой начинаем разбирать дерн. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. К сожалению, я вынужден одновременно и снимать, поэтому движение несколько не очень точное. Оп-оп. Скрижетнул. Скрижетнул. Так. 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 Оп-оп-оп-оп. Круглое. Круглое тело. Ну-ка, сейчас мы уберем траву. Уберем мешающие предметы. Обратите внимание, вот это круглое массивное тело. Это совершенно явно некий взрывоопасный предмет, пролежавший здесь как минимум 75 лет, с 1943 года. Может быть, он уже обезврежен самой природой, все может быть. Но вы же знаете, кого и кто бережет. Береженного кто бережет? Вы сами ответьте на этот вопрос. Докапывать этот предмет и оконтурить его я не буду. Совершенно ни к чему. Мне понятно, что это как минимум 122-миллиметровый арт-снаряд российского, в смысле советского производства, либо 155-миллиметровый снаряд немецкого производства. Ну, кстати, как и, может быть, 152 нашего производства. Он опасен. Даже если у него нет головы, все равно эта штука такова, что она при неосторожном обращении с ней может наделать очень плохих дел. Поэтому мы оставим так, как есть. Обнаружили. Поставим сейчас веточку какую-нибудь. Хотя она никакой роли не сыграет. Она вскоре же упадет после нашего обнаружения. Здесь он долго не простоит, это болото. Ну что ж, во всяком случае оставим ямку. Кто-нибудь увидит, что рассовано, раскопано, пройдет мимо. Заболоченный невзрачный лес. Масса воронок, снарядных, бомбовых, минометных.
И сопочка подле, взирающая на это болото щербинами окопов, ячеек, блиндажей и воронок. При подъеме воронок в них можно много чего найти. Помимо останков солдат попадается их амуниция. Конечно же, противогазы, которые там в воронках находятся, частенько такие же, как были во время войны, зеленые. Но зеленый противогаз, лежащий на поверхности, возможно, до его выкапывания, лежавший на очень небольшой глубине, вот именно зеленым я вижу впервые за 30 лет поиска. Понятное дело, что его могли достать вот с этой воронки. Могли. Не обязательно. Тот, кто его нашел, нашел еще один предмет личного характера. Это кружка. Наличие кружки и противогаза почти безошибочно указывает на то, что где-то рядом останки советского воина. Конечно, пока трудно сказать, где они. В склоне сопки? Останки воина. Или вот в этих двух соединенных между собой воронках. Поищем. Не сейчас, так на следующие дни. Совсем рядом на склоне трубка от этого газа. Что-то мне подсказывает, что мы нашли неплохой объект для проведения нами поисковых работ в течение этой экспедиции. Сегодня мы закончили рабочий день несколько пораньше. Любого другого мы бы назвали, мягко, да? А себя мы назовем добытчиками. Смотрите, что мы добыли. Мы для отсутствующей башки, в смысле отсутствующего башки, мы добыли лавку. А, для себя, да? Мы добыли лавку. Правильно. Опять поднялся ветер. В точном соответствии с прогнозом погоды, который был на Яндексе. Пошел дождь. Но мы уходим не потому, что дождь или там ветер. Первый день он есть первый день. Втянулись, нашли место. Завтра укопаемся там более капитально. Потому что останки бойца есть. Щуп проваливается в нескольких местах в песок по самую ручку. То есть больше метра. Как говорится, со свистом. Места практически не копанные. Те верховые покопы, которые есть, которые сделаны людьми на проходе, бегом, можно сказать, по самым верхам брустверов. Но это не раскопы. Это так, насмешка. Мы сейчас заберем, скорее всего, еще один поддончик. Сейчас я оберну камеру. Ну что, есть смысл поддончик взять? Сюда мы не заедем, мы туда проедем. О, лучше туда на машине. Поддон возьмем. Хорошо, пусть будет типа стол, да? Лавка. А у нас вон впереди наш лагерь. Да. Я со своей раскладушкой как. У Леся. На озеро. Почему прощали? Нам еще тут жить и жить. На сегодня. Мы только что покололи дров, сложили поленницу. Привезли толпу поддонов. А сейчас будем ставить нашу новую баню.
Да, это она. Деревья готовы изначально.